Всем привет. Это то, что было. Так, хвост. Вот у меня про хвост вопрос на самом деле. То есть, если выключить эмбиент, то все звучит вот так. Но я вот заметил, что у меня в хвосте получается два таких достаточно сами по себе эмбиентные, создающие эмбиент. И если я делаю без них выстрел, он получается как будто чище, но я вот не понимаю. То есть, когда он на фоне эмбиента, это звучит так. И вот у меня вопрос, нужны ли вот эти два слоя для выстрелов, то есть если я их готовлю для игры, или они нагружают сильно. Это с ними. Они добавляют бас, но они добавляют еще, по-моему, шум. В смысле лишний шум? Я вот не понимаю, как остановиться с слоями хвостов, чтобы не получилось, что я к выстрелу подмешиваю еще и какой-то эмбиент лишний. Звук сундука начал с того, что сделал открывание сундука. Я накидал палитру, как подсказал Саша. Получилась такая каша. Потом начал выбирать кусочки, которые мне нравились, и делать, и инженерить. Получились такие. Использовал контакт, пару сэмплов. А вот это вот у меня палитра, в которой я намазывал все эти звуки. Вот из таких слоев все это состояло. Я их понижал по питчу и смотрел, что с ним происходит. И потом вот так вот послойно устанавливал. И да, я заметил, что удобнее все-таки делать прям по не целый слой, а отдельно все-таки маленькие кусочки собирать. С яблоком я решил сделать поминималистичнее, чем с сундуком. Поэтому набирал меньше сэмплов. Палитра у меня. Спасибо за внимание.